Бухта Гертнера, все точки заняты. Назвать это спортивно-любительским ловом язык не поворачивается. Вздыхает рыбак с 30-летним стажем Михаил Кузевич. Не вот как в той сказке, приходит с тиной морской. Четыре хвоста горбуши в счет не берут. Ее, можно сказать, купили, заплатив за лицензию почти 500 рублей. На рынке 100 рублей килограмм. Так это можно взять почти грамм 800 мяса. Рыба толканулась на дальних участках косы, говорят егеря. Все чаще фиксируют по несколько десятков. Ну, нормально пошло. Уже хоть обратно будут идти, не будут не говорить. Возвращай деньги. Прогноз один. С потеплением воды улучшение хода лососевых. Устье реки Дукча – известное браконьерское место. Ловят здесь на так называемые кошки. Для чего необходимо рассмотреть рыбу в воде, после чего закинуть снасть? Сейчас все попытки здесь окажутся тщетными. На таких хищников сети расставили полицейские. Операция «Путина» собрала в мобильные группы сотрудников разных подразделений. На постах ГИБДД усилили дежурство. В МВД России по Магаданской области призывает граждан сообщать дежурную часть о любых нарушениях законодательства в сфере защиты биоресурсов, а также о вымогательствах со стороны контролирующих органов. Шерстить будут водоемы и торговые точки. С документами все в порядке, демонстрирует продавец. Скрывать нечего, улов свежий, стоимость падает. Цены могут снизиться еще больше. Первые уловы промышленников впечатляют. За день на одном участке реки вылавливают до 5 тонн, что считается высоким показателем. Сколько всего поймано, точных результатов пока нет. Похоже, что предсказания ученых о большой рыбалке потихоньку сбываются. Вячеслав Филогриевский, Анатолий Бутаков, Магадан.